Ладно. Фу, блядь, на передел. Бей пердуна, пока не свистнет. Здравия желаю, товарищ командир. Сегодня у нас обзор на колеса компании NHS, Ricta и OJ Wheels. Новинки, которые к нам поступили. Мы посмотрим, пощупаем. Попробуем на вкус. Колеса, которые пользуются популярностью. OJ Dolan Steams Sage Burns Super Juice. Размер 55, жесткость 78. Колеса универсальные. Кататься можно везде. По грязи, по траве, по бетону, асфальту, чему угодно, по пыли, по воде. Очень крутые колеса с минималистичным дизайном. Веточка, не пойми чего, я не понимаю. И надпись, собственно. Следующие колесики у нас промодель Норы. Скейтерши, которые катаются за OJ. Размер у них 54, жесткость 101. И в подарок к ним идет вакс для серфа. Это та штука, которую вы натираете свой серф, если он у вас есть. Вакс для холодной воды, если вдруг вам интересно. Вот. Ширина у них, ну, они широкие, 54 размер. В принципе, для бетончика идеальный вариант. Или для стрита, если вы адский стритер. С коллабом Wu-Tang клана, если вы слышали мега треки. Ну тут ничего не надо говорить, это Wu-Tang, как бы, чуваки, ну все знают, это классика, классика хип-хопа. 54 миллиметра, узкие таблетки для жестких мануалов и нереальных локеров по рейлам. Wu-Tang клан, 54, узкие, OJ Wheels. Так, дальше под рукой у меня идут элиты 99-е. 99 жесткость, 53 миллиметра у них размер. Такие средненькая жесткость, широкие, как видим. Широкие для универсальной езды по всему, по сути. Вот, но не очень большой диаметр. Но, в принципе, для всего подходит. Для радиусов, стрита или чего угодно. Кори Глик, это промодель, кстати, я забыл упомянуть. Тут нарисованы девчонки. Девчонки в кругу. Кори Глик, 53. Hardline. Жесткая линия, чувачки, жесткая. Так, что дальше у нас? Суперджусы. Опять. Кислотненькие суперджусы. Так, суперджусы от OJ. Размер у них 50... Какой? 55-й, скорее всего, да? Или 60-й? 60. 60 миллиметров. Жесткость 78. Так же, как и прошлое, это вездеходы. Катаетесь по плитке, по песку, не знаю, почему угодно. Эти колеса выдержат все. Они очень мягкие, очень комфортные в езде. Также, если вы обладаете сильными ногами, вы можете щелкать на что угодно. Вспомни Уиллиса Кэмпбелла, который как бы гасит на таких нереально. Уиллис за кречер, OJ Wheels. Классный дизайн. Ну, кислотные друзья. Хорошие колесики. Я бы все такие взял, конечно, с удовольствием. Да. Так, следующий вариантик у нас тут есть. Вот такие вампиры. OJ Vampire. 54 миллиметра. Нереальный цвет пурпурно-фиолетово-черный, переливающийся такой. Размер, значит, 54-й. Жесткость у них 97А. Это довольно интересная жесткость. Скорее всего, эти колеса для деревянного скейт-парка, ребята. Я уверен. Ну, или для любого раф-стрита. Для русского асфальтика, короче, который вы любите щелкать у себя в
в далеком каком-нибудь городе, о котором мы не знаем. Но, конечно же, мы всех любим и уважаем. И хотим, чтобы вы знали, что такие колеса есть. И в подарок к ним идут классные зубки, которые светятся в темноте, чтобы вы были вампиром и немного кусали своих близких или дальних. Кого хотите. Вот такие классные вампиры. Широкие. Да, не забывайте, широкие колеса. Можно кататься, в принципе, по любому покрытию. Но если уже у вас там очень все плохо с вашим асфальтом, то лучше уж брать помягче. 97H, напоминаю. И 54 размер. Следующие колесики у нас идут 56 мм. K-Frame. Известная модель K-Frame от OJ Wheels. OJ Wheels, K-Frame. 56, широкие вездеходы, операторские колеса, известные операторские колеса K-Frame с классным дизайном, темно-зеленые. И в подарок к ним у нас идет холдер для пива. Это держалка под холодное пивко, под баночку, бутылку, под что угодно, чтобы ваша рука была в безопасности. Вот, широкие колеса, как бы универсальные по сути тоже. Можете везде на них кататься, они обладают жесткостью 87А. Это довольно удобно для операторского мастерства. Если вы знаете, операторы используют средней жесткости колеса, либо мягкие, либо барселонские убийцы вообще используют любые колеса. Как бы. Поэтому, ну вот, вот такие 56-ки. И пивков в подарок вы не получите. Но холдер есть, держите. Небезызвестные колесики OJ Wheels Milton Martinez. Milton убийца стрита, поэтому ему нужны колеса новые всегда. Так точно. Milton Martinez разбивает все споты и крушит любые рейвы. Жесткость у них 50. Какая жесткость 50? 99, конечно же. Не 101, а 99А. Чтобы везде и проезжало, прям глатывало то, что не проглатывается. 55 мм широкий для как бы долгосрочной службы. Можете посмотреть и приглядеться. Райдер года по версии журнала Trash Magazine. Milton Martinez. Так, следующие на очереди у нас идут вот такие вот рикты Chrome Cords 54 миллиметра, 101, а жесткость с серебряными втулками такими по кругу для более прочного и долговечного обкатывания. Вот такие вот катки. На мой взгляд, они жесткие, ребят. 101А рикты с более широким, как видим, пластмассовой этой втулочкой. Не так, как раньше. 54 миллиметра. Написано white, широкая. Такие вот супер колесики. Это же фиги! Чуваки, вы чего? Лучший скейтер. Не знаю, обожаю Фигуэру. Вообще, крутые колеса. Сразу видно, что парень знает, какие колеса ему нужны. Джастин Фигуэра, мини комби шейп. 53 миллиметра. У них не такой шейп, как у обычных колес. Здесь у нас более округлая часть с одной стороны и выпиленная под таблетку с другой. Скорее всего, это означает то, что вы сможете лочить ваши колеса на рейлах, чтобы удобнее было скользить. Как, не знаю, такая же есть технология у колес Spitfire, я знаю. Вот, мини-комбо-шейпы, 53 миллиметра, Фигуэра. Три колеса белых, одно колесо черное. Блять, красное, дальтоник, извините. Плохо себя вел Фигуэра и сделал такие колеса. Вот, фиги, 101А, жесткий 53. Еще раз говорю, ребят. И, конечно же, мы разыграем по классике одну пачечку Bloodsuckers Black Purple 54 миллиметра. Это
OJ Wheels, колеса для графа Дракулы Вампира. Вот. Что же вам нужно будет сделать, как всегда? Написать комментарий, репостнуть видео с YouTube, подписаться. Ну и в следующем видео мы, в одном из следующих видео, мы выберем победителя, и вы об этом узнаете. И вот такие чудо-колеса будут у вас совершенно бесплатно.